нас, Боже, повелицы милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Всех благородных от транспортных происшествий погибших и от укор террористов и клиентов вместе с ветвью жизни с вашими вместе покой. Отсюда же отбежи болезнь, печали воздыхания. Еще молимся, успокоились усопших рабов Божиих. Всех на дорогах от транспортных происшествий погибших и от рук террористов убиенных. И ой же проститеся и всякому прегрешению, больному же и невольному. Когда Господь Бог усилит души, и не же праведни упокоятся. Милости Божие, Царство Небесного, и оставление грехов Его Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, от транспортных происшествий погибших и от рук террористов убиенных, Христе Боже наш, и Тебе славу посылаем, с обезначальным Твоим Отцем, со Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.